Конкуренция вступает в завершающую стадию. Прошел последний кастинг для тех, кто хочет стать членом команды РЕН-ТВ «Саратов». Кто из участников проекта вышел в финал, расскажет Елена Губенкова. Последний шанс показать свои таланты. Проект «Конкуренция» на РЕН-ТВ входит в завершающую стадию. Участников всех четырех кастингов собрали в зале бизнес-центра «Сити Холл». Чего я жду? Ну, я не думаю то, что во мне зреет какая-то там жажда безумной победы. Вот. Мне просто приятно находиться, приятно работать, все достаточно интересно, ну, а если интересно, почему бы и нет? Для каждого претендента есть задание. Участники получают несколько слов, из которых нужно составить полноценный новостной текст. Здесь фантазия конкурсантов ничем не ограничена. Наши замечательные разбойники просто ловко сымитировали божественный нимф с помощью фонарика и голосом Никиты Михалкова сказали: «Ванечка, открой, это я, Никитушка, я пришел тебе, чтобы предложить тебе роль в моем новом фильме». Заслушав каждого, члены жюри отправляются в комнату для голосования. В финал проекта пройдут только самые лучшие и креативные. Отбор был очень тяжелым для нас, потому что пришло огромное количество действительно умных, интересных, классных людей. И у нас перед нами встала очень серьезная проблема выбрать из них вот тех самых 8 финалистов. Мы ее решили, но выбрали не 8, а 10. Финалисты получают конверты с первым заданием, которое им предстоит выполнить уже в ближайшие выходные. Тот, кто справится со всем, получит iPhone 5C и возможность влиться в коллектив телекомпании РЕН-ТВ «Саратов». Это последний кастинг проекта «Конкуренция». Из 60 участников члены жюри выбрали только 10 финалистов. Для них самые тяжелые испытания еще впереди. В течение нескольких недель каждому из них предстоит доказать, что именно он должен стать членом команды РЕН-ТВ. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.